Самая дорогая квартира в Махачкале сдается за 50 тысяч рублей в месяц. Аналитики риэлторских агентств составили рейтинг самого дорогого арендного жилья в регионах СКФО. По данным исследования, самая дорогая квартира в столице Дагестана имеет площадь 140 квадратных метров. Она оснащена современной техникой и в ней проведен евроремонт. Ежемесячная плата за жилье 50 тысяч рублей. При этом самая дорогая квартира в СКФО в Пятигорске. Там за 240 квадратных метров жилого помещения арендатор должен платить 125 тысяч рублей в месяц. В топе также есть квартиры Северной Осетии, стоимость аренды 70 тысяч рублей, и Чечни 35 тысяч рублей за четырехкомнатную квартиру в Грозном.